Доброе утро! Сегодня на завтрак картофельные пеньки с сосисками. Звучит вкусно, готовится быстро, а съедается весело. Для приготовления нам понадобится картофель, вафельные коржи, сосиски, сливочное масло, зелень, яйца, молоко и мука. Отвариваем картофель в подсоленной воде. Сливаем бульон, но не полностью. Мелко нарезаем зелень. В горячий картофель добавляем сливочное масло, зелень, соль и перец. Давим толкачиком в пюре. Берем квадратную вафлю. Намазываем на нее картофельное пюре толстым слоем. Влажный картофель размягчит вафлю. Основа готова. Но главное в этом блюде – ваши любимые сосиски. Выкладываем их на край и скручиваем в рулет. Нарезаем одинаковыми кусочками по 4-5 сантиметров. Для кляра разбиваем 2 яйца и вливаем немного молока. Солим и перчим по вкусу. Взбиваем вилкой. Добавляем немного муки и хорошо взбиваем. Обваливаем в кляре рулетики со всех сторон и сразу отправляем на горячую сковороду. Жарим на масле до золотистости с обеих сторон. Подсушиваем картофельные пеньки на салфетке и подаем к столу горячими. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Это божественно! Представьте, что в одну вафлю завернули ваши любимые с детства блюда – пюре с сосисками и омлет с зеленью. Такой завтрак точно поднимет вам настроение. Приятного аппетита!